Сейчас продвигаются интересы частного капитала, крупного бизнеса. Покупатель у них Роснефть. Акционеры находятся не только правительство Оренбургской области, но а также екатеринбургские лица. Деньги у них в офшорах. Они не заинтересованы в нашем здоровье. Они не заинтересованы в высадке деревьев где-то там в виртуальных лесополосах. Они хотят только прибыли. И мы, жители Орска, северный микрорайон, это 9 тысяч людей против. Здесь против. И многодетные дети, семьи. Здесь против. И жители близлежащих домов. Это все правда летит к нам. Даже со степи. Мы против карьера.